В августе 2015 года утверждено распоряжение ООО РЖД 2052Р, в соответствии с которым введены изменения по закреплению составов поездов на приемо-отправочных путях станции. Машинисту необходимо освоить ряд простых переключений радиостанции локомотива с канала поездной радиосвязи на канал станционной радиосвязи соответствующего маневрового района по указанию дежурного по станции. Для перевода в режим станционной радиосвязи на пульте управления нажимаем кнопку УКВ. Затем двойным нажатием кнопки F входим в основное меню. При помощи цифровой клавиатуры нажатием кнопки 3 выбираем пункт «Режим ПРС-СРС». Затем кнопкой 5 меняем режим радиостанции. Двойным нажатием кнопки F выходим из меню. С помощью цифрового поля устанавливаем номер канала. Например, для того, чтобы установить канал 26, нажимаем кнопку 2, затем, удерживая кнопку УКВ, нажимаем кнопку 6. На индикаторе отобразится выбранный канал. Двойным нажатием кнопки F возвращаемся в режим поездной радиосвязи. Нажатием кнопки 3 выбираем пункт «Режим ПРС-СРС». Кнопкой 5 меняем режим радиостанции. На индикаторе отобразится режим работы ПРС. Для перевода в режим станционной радиосвязи необходимо перейти в режим УКВ, нажав соответствующую кнопку. При этом должен загореться зеленый индикатор УКВ-ПРМ. Нажатием кнопки F входим в основное меню. Стрелкой вниз выбираем пункт 1 – режим радиостанции. Кнопкой звездочка или решетка выбираем режим СРС. Для выхода из меню нажимаем кнопку F. На индикаторе видим режим работы радиостанции СРС. Для переключения каналов на цифровом поле выбираем двузначный номер канала, например 23. Набор отображается в нижней строке пульта управления. При этом на индикаторе в поле УКВ отобразится запрограммируемый номер частоты данного канала. Для возврата в режим поездной радиосвязи нажимаем кнопку F, выбираем пункт 1 «Режим радиостанции». Кнопкой «Звездочка» или «Решетка» выбираем режим ПРС. Для выхода из основного меню нажимаем кнопку F. Чтобы установить канал УКВ поездной радиосвязи, необходимо набрать 11 на цифровом поле. При этом в поле УКВ отобразится частота номер 5. Для перевода в режим КВ нажимаем соответствующую кнопку. В радиостанции РВ-1М 8 варианта режим ГМВ-МВ выбирается нажатием кнопки МВ на основном и дополнительном пультах. Группу частот выбираем кнопкой ГЧ на основном пульте управления. Номер канала устанавливаем кнопками ЛНП, ДСП-2, ОХР, ДСЦ, РЕМ. Например, для выбора 52-го канала кнопкой СРС, ПРС переводим радиостанцию в режим С. Кнопкой ГЧ выбираем третью группу частот. Кнопкой ЛНП устанавливаем второй канал. Для возврата в режим поездной радиосвязи кнопкой СРС, ПРС переводим радиостанцию в режим П. Кнопкой ГЧ выбираем первую группу частот. Кнопкой ДНЦ устанавливаем первый канал. Кнопками МВ на основном и дополнительном пультах переводим в режим ГМВ. В радиостанции РВ-1М 25 варианта ГМВ-МВ выбирается нажатием кнопки МВ на основном и дополнительном пультах. В диапазоне МВ переключение каналов осуществляется кнопкой ручной. Переключение группы частот осуществляется кнопкой ГЧ. Для перехода на необходимый канал, например, 55, кнопкой СРС-ПРС переводим радиостанцию в режим S. Кнопкой ручной выбираем четвертый канал. Кнопкой ГЧ выбираем третью группу частот. Для возврата в режим поездной радиосвязи в МВ и ГМВ диапазонах кнопкой СРС-ПРС переводим радиостанцию в режим П. Кнопкой ручной выбираем 1. Кнопкой ГЧ выбираем 1.